Это страна Вихляндия, город Козельск, Калужская область. Ну, такой вот дом-музей, парк частный. И посмотрите, что происходит, ну, давайте, 20 сентября. Как выглядят вазончики. Ну, я покажу обзорчик, как цветы пережили это лето. И вот сейчас как бы не холодно, не жарко, дожди. И, ну, хорошая погода. И можно посмотреть на альпийские горки, на цветы, которые вот уже прожили свою жизнь. И смотрите, это вот такой вот тролль. Это домик тролля. И смотрите, у него там целая башня. И он охраняет эту дачу. Здесь у нас параллельный мир. Если рядом дом, смотрите, такой дом. Это царство царя Вихляндии, Вихлянцева Владимира. Он эльфийский царь. И смотрите, вот так у лес наступает сюда. А здесь уже происходит совсем другая ситуация. То есть здесь живет тролль, но у него уже есть техно всевозможные прилады. Это и арбалет, и вон Т-34, такой вот танкобашня старинная, разорвали. Был катаклизм. В результате этого катаклизма произошло смешание сказок. Или есть зона вот такого параллельного мира. То есть, ну, есть такой Артем Каменистый, это у него там тоже кластеры перемещается. Может, кому интересно, поднять книжки, там гениальный писатель, фантаст. Ну, что-то с его сказок взято сюда. А это вот такой вот техногараж. Вот так он выглядит. Смотрите, ну, уже сколько, года 4-5, наверное, прошло еще до коронавируса. Ну, года 4 точно. И вот так вот выглядит спустя 4 года. Ну, вот здесь лазают детки, руль крутится здесь, видите, и он всевозможные щитки, и там и спидометры, смотрите, и даже ключи зажигания. У кого есть ключи, они могут завести эту машину и поехать. Ну, вот этому вентилятору кто-то зубья отгрыз, даже не знаю кто. То ли отломали дети, то ли... На жаре он посыпался. И вот смотрите, какие механизмы, колеса. И вот, ну, здесь вот находится паучиха вот такая. Ну, надо, потом я возьму прожектор и внутри покажу, как этот выглядит пещера. Ну, здесь вот все покрашено, но сил не хватает. Это надо засыпать землей. А столик я, наверное, заберу, мы на нем работать будем. Видите, уже я полезно посмотрел. Ну, вот видите, паучиха большая и бабушка-паучиха. Вот они вяжут свод законов. И так это вот выглядит, эти постройки. Ну, сейчас гараж превратили в небольшой мини-мастерскую склад. Видите, закрыли USB, все. И скоро холодно будет. И можно какое-то время еще продержаться, работая на этом, в этом гараже. Ну, вот... Смотрите, какая зеленая травка, великолепно все смотрится, и какие бордюры. То есть вот эти бордюры, у меня есть мастер-класс, как сделать эти бордюры. Ну, у меня на канале там до 2000 фильмов, а может и больше, и есть плейлисты. Кому интересует, они могут зайти, там бордюры, наверное, там инструменты, там, ну, сказочные дома, там много плейлистов, и можно по темам посмотреть, кого что интересует. А это вот так вот гараж выглядит. Видите, здесь все грязно. Почему? Потому что мы здесь варим каркасы. Ну и вот здесь все бардак. Ну, потихоньку мы отсюда все выварим. И может когда-то этот гараж будет гаражом. Ну да, даже видите, одна машина там спряталась. И чтобы ее никто не видел, она там спит. Ну вот видите, такая как бы была конструкция. Смотрите, потолки такие вот. Фермы сваренные. То есть вот такой гараж, техногараж. Ну, сейчас получается, что он типа как склад. Вот такая входная группа, цепочки, смотрите, там и скаты. Оказывается, вот скат я его замуровал, а это, говорят, хороший скат, зачем я замуровал его. То сначала сказал, да бери, говорит, не жалко. Вот, думаю, круто, с ландкрузера скаты, мы их на стенку повесили. А сейчас он одного ската найти не может.
А это такой вот, глядите, прицеп. Прицеп в виде мышки. Мышка вот на таком прицепном. И вот она так им выглядит. Она такая боевая, как тачанка. Хвост у нее, смотрите, и пулемет. Ну, а здесь, как я говорил, параллельный мир. И такая у нас черепаха. Черепаха-вулкан. А что на черепаха-вулкан? Ну, потому что это такой вот колодец, сделан в виде черепахи. А колодец, там находится канализация. Вот это все кипит, все, видите, взрывается. И отсюда и получаются такие мутанты-черепахи. То все мне задают, откуда, что я курю, что такие страшные вещи. Ну, а какая должна быть колодец-черепаха? На канализации получится. Ну, есть ниндзя-черепашки, они тоже были какие-то смешные. И там все воевали со всеми. И, вот, видите, еще есть яйца, но что-то они как бы с двумя желтками, что-то никак не вылупится, еще черепашки. Ну и вот, видите, там у нас более спокойный такой вот, будем, эльфийский мир. Ну и все-таки вот корни, видите, такие превратились в змею, они охраняют этот вход в это царство. А там, посмотрите, какой лишачок, один лишачок, вот видите, такой, и вот лишачок. А этот лишачок с зайкой дружит, смотрите, зайка у него такой вот, русачок, зайка, сидит в таком, смотрите, мешочке, и куда-то они вместе с ним бродят. Вот так чуть подальше стану. А это, смотрите, вот такие, это дорожка. Этой дорожки, ну, не знаю, уже лет 10-8, я не знаю, давно сделан. А это посвежее дорожка. Вот так, видите, они рвут между собой, это температурный шов. Ну, не знаю, можно как-то его или распиливать, или закладные делать. Ну, мы просто делаем такими зонами дорожки. И они вот через определенную зону, вот они дышат здесь. А видите, вот другая зона, здесь температурный шов. И вот так оно как бы сосуществует. Ну, то есть она находит, где порвать себе место. А здесь у нас эксперимент получился. Мы сделали, ну, арматуру и еще сетку не металлическую, а капроновую. Ну, капроновая сетка не дает такой жесткости. Ну, вот и показывает, что больше трещин, то есть она рвется быстрее, чем на металлической. То есть металлическая, у нее другое расширение. То есть вот у нас есть опыт, есть фильм, как мы делали эту дорожку. Ну, желающие могут найти. Ну, то это у нас кикимора, тоже следит за порядком. И вот такая у нас альпийская горка или цветочник. Смотрите, здесь уже кактусы или там подсолнечник, что-то такое выросло ужасное, что уже не видно. Наш бетон уже зарос. Ну, вот так вот, как бы, бетон не растет, а все остальное растет. И вот смотрите, какие у нас вот эти, будем, бордюры. А бордюры армированные, и, в принципе, прекрасно они выдерживают. То есть, ну, может, какие-то микротрещины есть, а так их не видать. И вот такая вот у нас альпийская горка в этом, будем говорить, на этой усадьбе. Ну, а здесь, смотрите, вот такая балансир. Ну, даже я по нему пройду немножечко. Смотрите, видите, вот такой балансир. Уже я стал немножечко переориентировать дорожки, чтобы туристам было интереснее ходить. Вот мы такие, портальчик. Ну, я много про него рассказывал. Вон, видите, цветочники. Ну, еще их засыпать надо. Видите, вот здесь уже засыпали. А вот здесь еще засыпали, но не посадили. Видите, там надо землю еще поднимать. Там уже немножечко что-то посадили. То есть потихоньку, ну, как бы дом отвоевывает территории цветочные. А это вот здесь по этим можно на велосипедах ездить. Ну, опять уже, как бы, дом превращается в парк. И у него есть, ну, свои задачи. А это вот, видите, такой цветочник и роза будет. Такая роза с мечами. Ну, пока руки не доходят, уже все выварили, все сделали. Осталось только сделать скульптуру. Смотрите, вот каркасы. Вот я делаю каркасы вот так. Есть профиль, который несущий, как бы дает жесткость. И есть вот, смотрите, четыре такие трубы. Это типа фундамент будет, ну, чтобы как бы держалась эта конструкция. Она будет держаться на таких трубах. И вот такой оригинальный каркас под цветочник роза. Ну, потом, когда будем делать, я вам покажу, что происходит вот с этим цветочником.
Ну и немножко сейчас покажу дальше, что происходит, ну, вот в этой зоне. Вот будем говорить, здесь и космос, техно какая-то вся история. И вот даже у нас летающая тарелка, туалет. И вот стоит мужик, смотрит, чтобы там не шкодили, там бумажками не раскидывались. Он с пулеметом. А посмотрите, какой у него пулемет. Самое интересное, он настоящий. Это немецкий какой-то гранатомет. Я сейчас покажу его. Вот, смотрите. Ну, я чуть-чуть его модернизировал. Даже номер есть. 1943 год. Смотрите, какая конструкция интересная. И где мы ее нашли, не знаю. Вот. И он пользуется, этот робот, настоящим вот таким вот гранатометом. Ну, немножко, не знаю, покажу вам. Видите, здесь современные, как бы, уже унитазы. И вот такой вот очень туалет. Правда, уже, видите, кто там пришли, оторвали крышки уже. То есть, ну, здесь враги есть, которые тоже следят, чтобы летающая тарелка не летала. Ну, это вот, как бы, туалет, это проблема. И слышите какой-то звук? Это космос, понимаете? Мы разговариваем с космосом. Представляете, как здесь интересно? Если по-настоящему в туалет ходить, то все будут слышать, что здесь люди хорошие кишечники, он хорошо ходит в туалет. Видите, такие лампочки, это такая галактика, там и Земля, и Марс, и Сатурн, вот смотрите, и кометы можно, вон шарик, видите, можно заказывать желание, представляете? Ну, надо, наверное, по туалету отдельную сказку придумать. Ну, вот видите, здесь космос, и вот такие цветы всевозможные, вот такие пространственные композиции. Вот это туалет у нас, летающие тарелки космические, то вон там русский туалет, а это гоблинский туалет. Ну, я даже внутри его показывать не буду, потому что гоблины за ним не следят, и там ничего интересного нет. Ну, даже видите, есть такой вот у них... как пес-какушка. Почему он пес, не знаю. Он питается вот этими какашками, пес-какушка. И вот его так и зовут. И он следит, чтобы там был порядок. А это у нас такая мышь. Мышь с таким номером. Она летает. Тоже это инопланетные, более такие то летающие тарелки. А это мыши тоже целые летающие. Вот такая площадка. Дальше пойдешь, точно упадешь. Башка расшибешь. Вот представляете, какая кто-то написал, даже не соображая. Такие глупости. Ну, такой вот, видите, вот такая у нас посадочная полоса. И в ней можно посидеть. О, видите, и люк здесь есть, и водичка есть, где-то подтекает. И смотрите, руль. На нем можно рулить и летать куда захочешь. Ну, туристы идут, дети идут. А смотрите, какая цепь шикарная, она медная. Ну и вот отсюда такой внешний вид ракетодрома такого. Ну, на заднем плане находится вот эльфийский домик. А здесь сейчас отсюда можно посмотреть, мы построили новый дом, это баня. Вот такая вот баня. Ну, по ней отдельные фильмы. Ну, земли мало, а бетона много. Поэтому мы строим, строим и вот-вот что-то построим. Ну, правда, нам еще дали 2 гектара, и мы будем дальше продолжать строительство. А это такой конь. Конь, видите, тык-дык называется. То есть он, на нем скакать можно, вон двигателя у нее есть. И вот даже ремонтировать можно. Видите, смотрите, сколько добра здесь. И вот и тисочки, и ножнички. То есть, смотрите, какой стул. Сантехник, нет, это слесаря. И вот он не ремонтирует машины, и там есть стоянка автомашин. Ну и курятники Кощей Бессмертного вам часто показывал. Ну и вот идет уже строительство вот такого детского кафешки. Ну, детская кафешка, есть фильмы, как мы строим, отдельные. Ну, кому интересно, есть плейлист строительства домов. Ну, и там, как построить дом без кирпича. Вот так он строится. А вот этот тоже дом без кирпича, вот так он выглядит. То есть, кому интересно, может зайти на плейлист и посмотреть этот фильм. Ну, самое интересное,
Вот в том доме тоже стены из пенопласта. Не все, там газосиликат, а вот эта легкая веранда, она пенопластовая. Этот тоже домик тоже пенопластовый.